50 волонтеров на сегодня числится в ресурсном центре «Добродом». Все эти люди ежедневно, безвозмездно оказывают помощь тем, кому она требуется. Работают в две смены. Если одна группа из-за ковида выйдет из строя, вторая не даст процессу остановиться. Но добровольцев все равно не хватает. Многие ребята, которые отработали более года, действительно физически и психологически устали, перегорели. И сейчас, именно сейчас, есть потребность в людях, которые в первую очередь выражается в том, что необходимо осуществлять доставку лекарственных препаратов и продуктов тем жителям нашей республики, которые малоподвижны, маломобильны. И здесь у нас не хватает людей. Остро стоит нехватка и автоволонтеров. В Вайбере создан чат «Улан-Удэ помогает врачам». Туда приходят сообщения от медиков с просьбой довести до работы или дома. Возвращаться со службы им нередко приходится ночью. Общественный транспорт не ходит, а такси не всем по карману. Помощь нужна и самим волонтерам. Хотелось бы, да, обратиться у предпринимателей, у которых есть эта возможность и есть желание помочь. Помогите, пожалуйста, питьевой водой. Нам требуется около 50 бутылок воды в день. И также вот про автоволонтеров Вячеслав Анатольевич сказал, люди, конечно, они на энтузиазме работают, помогают, стараются, но даже если энтузиазм есть, не всегда есть финансовая возможность, да, заправлять автомобиль. Поэтому у волонтеров еще одна просьба к предпринимателям – помочь с покупкой бензина. Сегодня добровольцы должны выполнить 120 заявок. А мы еще раз напоминаем, что делают они это исключительно по доброте душевной. Поэтому требовать от этих людей беспрекословного исполнения желаний не стоит. Телефон ресурсного центра 37 95 29. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.